В какой цветовой гамме и на какой участок сцены свет будет падать, решает режиссер-постановщик и художник по свету. Так что основная задача светооператора – управление сменой световых картин. Во время репетиции светооператор программирует пульт, который будет отвечать за световые оборудования – прожекторы. Свет прожекторам придают сменные пленки или светофильтры. Они и окрашивают сцены театральной постановки. Так утро становится желто-красным, а трагедия вводит в полумрак. Если осветитель работает хорошо, обычный зритель сразу и не подметит, где и какой прожектор светит. Ведь они в зале повсюду. На авансцене освещают передний план, бока сцены украшают порталы, а прожекторы за кулисами направляют свет на задний план сцены. Штакетное оборудование висит сверху и может передвигаться. Под прицелом световой пушки чаще оказывается актер, читающий монолог. А теперь попробуйте поспорить, что только актерский состав, музыка и декорации важны в театральной постановке. Свет тоже в немалой степени передает характер спектакля.